Здесь много чего есть. О, штабная. Штабной бетер. Порядкового номера брони нету. Так, писали дети, судя по всему. Я люблю Украину. Тоже люблю Украину, мы без нацистов оставлю себе. Я против войны. Единая Украина. Что у нас тут еще? Мир в Украине. Дети. Веселящиеся. Видимо, были сухпаи. Все, что более-менее можно было забрать. А, печенюшки. Вот они. Забрали. Вот так здесь жили украинские силовики. Вот у них тут был такие вот пилеты, им вставляли, чтобы за дровами не нужно было ходить пилить. Вот это у них, так я понимаю, погреб был, потому что это даже не место для стрельбы. То есть все выкопано основательно. Сидеть планировали здесь, судя по всему, долго. Вот, сидеть здесь планировали, судя по всему, долго, но немножко не сложилось. У них, судя по всему, была столовая. Может, скажете что-нибудь? Привет, а может, кому-нибудь пожелание? Ладно. Удачи, ребят! Порошенко, привет! Едемся скоро! Здесь везде, куда хватает взгляда, стоит брошенная техника. Преимущественно на фото преимущественно колесное, но это иллюзия, потому что мы сюда приехали на второй день, потому что были на другом направлении после штурма, и всю самоцену уже вывезли. Осталось только то, что пойдет металлолом. А привет будет? Да. Жена моя, она там. Тетя, я всех люблю, целую. Зиловскую. Давай сюда. Зиловскую одну выкинь, пожалуйста. Зиловскую. О, молодец. Давай. А то, блядь, на 2 литра масла я люблю.
Тут, походу, было хранилище украинских флагов. Ну вот то, что осталось от вооруженных сил Украины. Просто контракт. Со всеми делами. Дополнительная броня. Закрыт. Ой, ой, какая наклеечка. Пойду зайти. ПТН, ПТН. Выпускает промышленные специальные наклейки. Кстати, БТР-60, судя по всему. Вот так вот украинские силовики выполняли, оборудовали, точнее, свои огневые позиции. Живые позиции, мы до огня еще не дошли. Бытует мнение, что они плохо зарываются в землю или вообще не зарываются в землю. Это не так. Зарываются они очень серьезно. Соответственно, здесь мы видим два наката бревен в перемешку с полиэтиленовой пленкой, чтобы не текла вода, и уже подготовлены железобетонные плиты. Мало того, что эта позиция на плохо различимо издалека, так она еще и достаточно сильно укреплена. Миномет ее не возьмет, фугасный снаряд ее не возьмет. Можно ее только бронебойным, ну или там выстрелом с задержкой взрыва.